Привет, интернет, с вами Андрей из Австралии. И сегодня поговорим о китайском эксперименте. Недавно, ну пару лет назад, наверное, началось это все дело. В одном городе решили провести такой эксперимент. Не знаю, знаете ли вы или нет, но есть в развитых странах такой credit score. То есть вы берете кредит, и у каждого человека, который берет кредиты, ну, за 18 лет, да, у него есть какой-то скор. То есть, допустим, в Германии от 0 до 100, по-моему, в Америке до 1000, если не ошибаюсь, ну и так далее. То есть, все банки, допустим, вы открываете аккаунт там или хотите взять кредит, они вот проверяют вот этот ваш скор. Что он означает? По сути дела, это то, что то есть выплачиваете вы кредит или нет. То есть если вы один раз там задержались, то у вас там уменьшается, допустим, с 99 до 98. Ну и так далее. То есть все эти записи хранятся в какой-то базе данных. Ну и раз в год, по-моему, бесплатно можно проверить это все дело. Так вот, в Китае решили расширить эту систему. Сделать social credit score. То есть у человека изначально есть 1000 поинтов. И, к примеру, он может, кстати, больше 1000 набрать пунктов, если ему люди дадут больше. То есть, к примеру, вы переходите дорогу, да, в неположенном месте. На вас могут нажаловаться, и ваш кредит скор уменьшится, к примеру, на 5 пунктов. Вы там чего-то сделали не то, неправильно, еще там какие-то пункты. Вот, если вы там помогаете всем, то люди вам могут порекомендовать и, соответственно, увеличить ваш social credit score. Вот такая вот система. Ну, спрашивается, зачем все это дело? А там еще такой прикол, что людям с высоким social credit score, им на самом деле дается как бы всякие билеты бесплатные, то есть на многие activity им их бесплатно приглашают, ну и всякие фишки, плюшки и так далее. А люди, которые имеют низкий скор, вот им как раз проблематичнее, то есть они уже не могут, допустим, снять квартиру. Они не могут там что-то еще сделать. То есть фактически получается, чем хуже ты себя ведешь, тем хуже получается твои шансы на выживание в этом мире. Вот такая система. Пока что это, по-моему, в одном городе, но через 2 года они хотели запустить это дело по всему Китаю. Кстати, не знаю, знаете ли вы или нет, но есть такая фишка у китайского правительства. Неплохой вид такой. Если китайский гражданин сделал какие-то противоправные или, ну, как сказать, порочащие честь китайцев действия за рубежом, то его возвращают обратно в Китай, забирают паспорт, и больше он становится невыездным. Вот такие вот пироги. Так, теперь вопрос, куда идти.